Всем привет! С вами снова Санчес, специально для pedalzoo.ru. В этом видео я хочу дать вам действенные советы, как работать медиатором при арпеджировании аккордов. Многие начинающие гитаристы играют это переменным штрихом, однако это не самый удобный вариант. Давайте посмотрим, нужен ли нам переменный штрих и какой штрих понадобится еще. Давайте возьмем аккорд ми минор, чтобы мы могли играть по всем шести струнам в разных вариациях. Вот как выглядит арпеджио при игре переменным штрихом. Нетрудно увидеть, что совершается много движений, а также есть шанс промахнуться по струне. Мы будем использовать технику скольжения медиатором. Это по сути техника свип. Медиатор будет скользить в одном направлении вверх или вниз. Но особенность в том, что не нужно останавливать медиатор после каждой ноты. После каждой ноты медиатор падает на соседнюю струну, образуя таким образом непрерывное движение. Попробуем сыграть от шестой струны до второй. Убедитесь, что звук ровный и медиатор скользит по струнам равномерно. Прежде чем мы пойдем в обратную сторону движением вверх, я отмечу ключевую ноту, на которой изменится направление движения. Это будет самая высокая нота в арпеджио. В нашем случае это первая струна. Ее мы играем движением вверх, разворачивая тем самым медиатор для обратного движения. Соединим восходящее и нисходящее движение, развернув направление на первой струне. Этот принцип прекрасно работает и на других арпеджио, например, от шестой струны до третьей. Просто играйте самую высокую ноту движением вверх. Еще пример. От шестой струны до четвертой. Таким образом мы подходим к игре по двум струнам. Вот тут как раз отлично работает переменный штрих. И, наконец, я покажу вам фразу, где мы можем применить и переменный штрих, и скольжение. Такая комбинация поможет вам не только набрать скорость, но и играть уверенно. Я покажу медленно и быстро. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, а также вступайте в мою группу и в группу PedalZoo по этим ссылкам, либо по ссылкам под видео. С вами был Санчес, специально для PedalZoo.